Я такая вообще дома стеснительная. Я смелая, когда гахну. Напилась я пьяна, не дойду я до дому. У кого какой есть любимый напиток? Виски. Горілка. Коньяк. Водка. Шампанское. Один раз пила Кристал, но это пила совершенно случайно в Монако. Тогда я и переспала с презервативом. Отработала бокал Кристала. Все, они меня больше и там отсербнула, и там отсербнула, там понюхала, кто попробовала, кто уже по бокалу полную, там выпала. Мне что нравилось, я что же там, короче, времени не теряла. Нафиг мне твой коктейль, если можно чисто выпить 50 грамм, и пошла душа в рай. Потом мы такие одупляемся, что там бутылки есть и за 5 косарей, за 14 косарей. Думаю, все. Тут цены 5-600, я ей 5000 гривен. Тут мама шо? Дорогая. Я б на эту пятерку столько бы синьки бы взяла. Вообще, как вона я вкусно, больше мене вже в рота падає. Хотелось попробовать, если честно, но это то не я, короче, вино минала, ты шо, короче, куда там. Капец, достишься. Мы остановились на заправке пописать. Это даже не будет на рыло по 150, а леди можно 150. А что, кстати, да. Девочки, шампанское, ура! Конечно, я там раскисла, тем более, когда шампусик увидела с конфетками. Пок, хлопок, хлобысь, бах. Ёжик лез наверх. На не пролезал. Мы начали с бокальчика, с бутылочки. Потом мы открыли вторую бутылочку, и Марине стало нравиться. Я поняла в тот момент, не бывает некрасивых яхт. Бывает водки мало. Вижу цель, я вижу прекрасно, никто ж не запрещал. Вот я и пила себе. Бухали, танцевали. Ой, винтик притворяются, все они пьют, они просто об этом никому не говорят. Смотрю, барыга, вчера везло ее там, стала такая, и давай. Я загораю без лифчика. Весь мой пляж видит мои сиськи. А эти люди еще не видели, надо же показать, что же они упускают. Оце вивалила, спочатку йдет живот, а потом сисечки. В общем, я думала, что я шлюха на этом проекте. Как выяснилось, шлюхи образ у меня забрали. Я помешана на сексе, да, это меня кроет, да, хорошо, я тоже сказала, я нимфоманка, все. Леди ж можно чуть-чуть выпить. Графинчик коньяка и шампанского немножко. В сравнении с тем, как я раньше шила, что это вообще детские понты. Алла, а ты что, слова забыла? Все понимают, что какой там туалет. Дайте я пойду покурю. Хоч викладачі і воюють зі шкідливими звичками пацанок, але ті за першої ж нагоди хапаються за цигарки. А що ти тут тільки не йдеш, щоб сигаретку достати? Или соль, где-то? Говорю, Алла, согласись уже с тем, что ты себе покурила. Нет, я не курила, ты слышишь, что я говорю, что я в туалет ходила. Я пошла туда, сходи в туалет, потому ну что ты рано, покурила, здесь тебе туалет. Человек говорит, ты курила, ты говоришь нет. За***ь уже. Асе все не нравится вам. Я не знаю, она то ли завидует мне, то ли что. Что ты, сказала? Что ты, мне сказала сейчас? Что ты, мне сказала? Туда, что ты мне сказала, тупорылая? Кто из нас тупорылая?
ты летишь на меня, потому что я тебе, сука, правду в глаза говорю. Да иди ты, отпустите! Отпустите меня! Тебя отпущу! Отпустите! Я ее схватила, зажала в мертвую точку, что она уже не могла ни рыпнуться, ни пернуть, ни вздохнуть. Сука, царство тебе небесное ночью будет. Пусть меня, сука, только оставят. А тебя, сука, живого места не останется. Я тебя перережу всю по кусочкам. Мы стояли, ждали урок. И произошел конфликт. Твой муж даже стал геем, бо, конечно, на такую пассатри существо все... Рот закрой. А что ты мне сделаешь? Рот закрой. Ни ты мне не сделаешь и не скажешь, чему неадекватное. Сама ты чмо. Что... А меня постоянно бесит поведение хомяка. Че, вообще, не морай. Чмо неадекватное, Ты. Ну да. Все, что ты сумела, это ножки в 17 лет развинуть, даже еще раньше. Но я не сидела. Лучше бы ты посидела, ты бы, может, человеком стала. И не тебе судить. Человек, я ответила, что не должна была по понятиям этого сделать. Тебя какое сейчас голова? Ты поняла? Забери ты свои слова. Ну, я сказала, забрала свои слова назад. Не забери. Заберешь. Заберешь. Я тебя разорву на мелкие клочки, поняла? Всю твою шерсть. Я не пришла сюда на проект, чтобы с кем-либо ругаться, пофи***ться, разбить себе. Потому что, соответственно, это не поведение настоящей девушки. На, это была последняя капля. Я бы остановилась, когда она уже к ним дышала, честно. Я ненавижу людей, которые говорят и не могут дать полный отчет, почему ты так сказал. Сэч, мне, во-первых, я шо, человек, который будет постоянно молчать? Больно, я ее не трогала, она начала меня провоцировать. Даже не нахожу слов, как охарактеризовать поступок, когда бьют ногами лежащего человека. Ты возомнила, что тебе в этой школе можно очень многое. Набросилась на человека, который впервые за все время осмелился возразить и ответить. Это было, конечно, очень жестко. Рамина была не права. Судя по всему, ты не сделала ни малейших выводов после первой недели в школе. Мы посоветовали с коллегами о том, какого же наказания в результате ты заслуживаешь. До конца недели тебе предстоит исправиться и доказать нам, что ты достойна быть ученицей этой школы. Ты одна будешь готовить девочкам завтраки, обеды и ужины. Наказание – это еще не самое сложное. Тебе еще повезло. Кроме этого, до конца недели мы лишаем тебя права присутствовать на всех наших уроках. Она должна понять, что мир не живет по тюремным понятиям. Она должна пересмотреть свое поведение, вспомнить, где она находится. Сейчас ты возвращаешься в школу. Ты покидаешь это помещение прямо сейчас. До свидания. Если честно, мне жалко хомяка. Внутри разрывало, как жалко этого хомяка. Ну, понятно. А что пожрать? Ничего. Да ты так гонишь, рис есть, все есть. Я не буду ничего делать. Они сделали с меня служанку? Нет, этого не будет. Ну смотри, вечер еще можно выдержать, но завтра реакция будет просто неконтролируемая. Мне ну, вот завтра надо посмотрим. Угрожать. Так я не угрожаю, понимаешь, что мы хотим жрать.
Я никого из них не боюсь. Это миллисекунды, у меня такого не было. О, вдруг побьют толпой. Ради бога, флаг вам в руки. Осилите, респект и уважуха. Берите, готовьте, я принципиально не дотронусь. Зубами тут бейтесь. Я ничего не сделаю, я палец о палец не буду. Да мне твоя принципиальность. Я хочу жрать, и все.